Итак, всем привет, и снова я, и сегодня пойдет речь о том, как я модифицировал Neo Geo MVS модель MV1B. Это самая компактная версия Neo Geo MVS вообще. Вот она здесь у меня, как раз таки. Перекрасил я ее в цвет Sky Blue при помощи акрилового спрея краски. Вот, потом при помощи малярного скотча я отгородил вот эти вот два пластика, краски, зона трения, куда краски всовывается картридж. Вот, и сбоку вон там, вы сами видите, он там черное, и вот тут то же самое черное. Вот, также я сделал, извиняюсь, тут фокус у меня. SNK компанию я тоже сделал при помощи малярного скотча, я ее тоже отгородил от покраски. И потом при помощи скальпеля вырезал буковки как раз таки. То есть просто взял и вырезал на пластике как раз. Ну, все вы об этом прекрасно знаете, то есть это просто, как сказать, это пометка для тех, кто не знает, как пользоваться малярным скотчем или что-то там вроде. Вот, потом, до этого я уже сделал дырку, еще до покраски я сделал дырку для переключателя, также сделал дырки для джойстиков, потом для болтиков, чтобы джойстики стояли, точнее, сокеты были на одном месте. Потом здесь у меня пока что это еще как бы черновой вариант. Здесь у меня Red, Green, Blue и композитный Sync и композитный Ground. Вот. Также на видеовыход идет, что у нас тут, заземление плюс 5 вольт. Вот. А это все джойстики сверху. То, что видны, это краски Player One. Это вот он. И то, что опоясывает, это Player 2. Вот. Сбоку, так как, в принципе, здесь очень мало места, здесь у меня как раз скартовский мультивыход, чтобы он мог тащить RGB-сигнал, потому что до этого я пытался сделать модификацию Neo Geo с 8-пиновым DIN-коннектором, мне так ничего не получилось. Даже после того, как я сменил кнопку здесь, которая тогда не фурычила, все равно оно никак не влияло на то, что короче говоря, там не было синхронизации и она типа не работала. Вот, и также здесь у меня идет выход на блок питания. Вот, в принципе, данный вид модификации Neo Geo MVS, точнее уже CMVS уже, я позаимствовал у итальянского геймера, тоже чела, который тоже там делает всякие моды для себя и, по-моему, там для кого-то еще, Retro Lovers. Если вам интересна данная тематика и вам нравится всякие консолизированные Neo Geo, то на его канал. Вот, так что, в принципе, повлиял его канал на создание данного Neo Geo MVS. Хотя да, я давно сам как бы хотел еще купить MVS, потому что очень дешево продаются на эту версию Neo Geo картриджи. Плюс тому сейчас продается 161 в одном. Это многоигровка на Neo Geo, в которой находятся все, фактически все игры для данной системы. Потому что некоторые игры даже на MVS, они стоят даже дорого, точно так же дорого, как и на IES. Так что в данном случае сейчас у меня две версии Neo Geo. Вот это вот аркадная первоначальная версия и домашняя. Но, конечно, проще всего, да, достать игры для MVS, чем для IES. Потому что картриджи выглядят вот так, как я уже показывал. То есть, в принципе, ничего такого сногсшибательного и интересного в дизайне данных картриджей нет, поэтому следовательно от этого себестоимость картриджа она падает. А из-за того, что на картриджах там лейблы и стикеры всяческие с изображением, из-за этого типа капает цена. Ладно, сейчас я вам покажу, как она работает. Все у меня подсоединено к монитору.
Сейчас я суну картридж. Вот так вот. Сейчас я включу монитор. Наверное, сейчас еще выключу свет, потому что монитор, как вы сами видите, он с сероватым кинескопом, который раздражает чуть-чуть. И сути вы не увидите никакой, по сути. Сейчас, так, я просто нахожусь на полу. Так, сейчас выключу еще маленький свет на пол, это на столе. И включаем. Стандартная проверка. Стереозвук. Я еще также сделал стереомикшер для Neo Geo. Именно для тех моделей он был придуман, которые с монозвуком. Фокус. Извиняюсь за фокус. Думаю, так пойдет, я думаю. Нажимаем. Кнопку селекта переделал в coin drop. То есть теперь кнопка селекта у меня работает как coin drop. Камера сейчас сама авторегулирование произвела. В принципе, я собирался показать данный геймплей отдельным видео, просто я вам сейчас показываю, как оно у меня получилось.
Офигеть. Best Second. Ну, точно в таком вот духе Double Dragon на Neo Geo по мотивам одноименного фильма с Марком Дакаскосом. Ладно, всем до скорого видео. Вот такой вот у меня получился мод рабочий Neo Geo CMVS MV1B. Ладно, всем до скорого видео. Еще раз всем пока.